Ну, а это два других персонажа. Такая немножко джазовая обработочка. Песенка называется «Иудейское злодейство». Про детских... Про детских шлемазлов таких. Два одесских иудея прибалдели от идей зоомагазин взять на гоп-стоп. Там у них большая касса, и купюр большая масса. В общем, выгорает все тип-топ. А как известно, иудеи, прохиндеи и злодеи бьют арабов, надувают нас. Эти гады, олигархи, отравляют реки, парки, обдирают усёс народных масс. Жизнь, конечно, лотерея, так порешили два еврея, что сидели по уши в грязи. И две беретты для страски нацепили на нас маски и полились в зоомагазин. «Мы обчистить вас желаем», — прошипел бандюга Хаим. «Похмелиться нечего с утра», — а Абрам добавил грозно: «Это мы совсем серьезно, отчиняйте косу, фраера!» Фраера подняли руки, фраера наклали в руки, а Абрам не знал, с чего начать. Он подошел к кассирше Зине, старшей в зоомагазине, хлопнул зад и начал рыгатать. Идишь, бусишь, дружба, фойншафт. Это попугай по кличке Мойша громко закартавил со стены. Выскочила из амбара грозная собака Сара и вцепилась Хаиму в штаны. Ой, господи, нас ему там все оторвет. Тут Абрам затеял драку, Хаим выстрелил в собаку. В общем, получился катаклизм. В один голос птицы-звери закричали: «Прочь, евреи, прекращайте этот сионизм!» Если верить тете эти, замели евреев этих, наш закон гуманен, но суров. В нашем бывшем СССР распознают даже звери скрытых олигархов и врагов. В нашем бывшем СССР распознают даже звери и идеологических врагов.